Дорогие друзья, за нами находится Студийский монастырь, который основал в V веке Флавий Студий. Это знаменитый монастырь, сейчас он закрыт на ремонт. Одним из великих философов и мыслителей православия был Феодор Студит, который подвязался в этом монастыре. В начале XI века патриархом Константинополя, вселенским патриархом, был Сергий Студит. В конце 19-го, в начале 20 века в Студийском монастыре за этими стенами располагался Русский археологический музей, который возглавлял великий ученый Успенский, по происхождению Рюрикович, и имеющий прямое отношение как родственник к основателям монастыря Флавия.